Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills проходит в Забайкалье уже в третий раз, причем список специализаций постоянно расширяется. Новой среди прочих стала компетенция электромонтаж. Шестеро участников должны за 15 часов полностью смонтировать рабочую модель системы «Умный дом». За действиями конкурсантов неотрывно следят эксперты, они же отвечают на все вопросы, ведь отвлекать молодых специалистов по регламенту нельзя. Слишком жесткие критерии оценки. Критерии здесь два, субъективные и объективные, то есть непосредственно, когда они осуществят полностью весь монтаж, проверяются углы, проверяется уровнем, то есть вот это считаются одни условия. Вторые условия, когда все эксперты собираются и определяют, каким образом проведена культура монтажа, то есть опять же, проводники, либо они кучей собраны, либо они идет каждый провод к каждому элементу. Если монтажники сосредоточены и молчаливы, то представители компетенции медицинский и социальный уход приветливы и разговорчивы. Ведь работа с пациентами предполагает не только физическое оздоровление, но и психологическую поддержку. Сможете ли вам помочь? Ну, давайте, удержите меня. И оп! По легенде, Анжелика когда-то перенесла тяжелую пневмонию, а в этот раз в больницу попала с гепатитом. Девушка признается, внимание доктора и его профессионализм в столь молодом возрасте заслуживают весьма высокой оценки. Ощущала себя в надежных руках, ну, и знала, что обо мне беспокоятся, заботятся, и то, что я могу чувствовать себя в полном комфорте. Интересовалась о том, что, как я себя чувствую, как у меня, ну, какое ощущение после манипуляции и, ну, в общем, какое у меня состояние. Каждому участнику дается определенное количество времени, свой уникальный пациент и его история болезни. После завершения испытания эксперты оценивают конкурсанта. Кроме того, сегодня молодые профессионалы показали свое мастерство в компетенциях дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, ветеринария, поварское дело и сварочные технологии. Всего на участие в чемпионате подали заявки 148 человек. Победители регионального этапа конкурса будут представлять Забайкалье на всероссийском турнире. Полина Харченко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.